Всем привет! Давайте продолжим наше исследование «Кто лучший, а кто худший?» Муж по знаку зодиака. 9 место. Сегодня Скорпион. И как утверждают астрологи, мужчина Скорпион – один из самых неоднозначных, многогранных и противоречивых знаков зодиака. Среди них встречаются как общительные, так и замкнутые люди, эгоисты и альтруисты, семьянины примерные и казановы, те, которые живут по правде, и лицемеры. Примечательно, что все эти личности легко уживаются в одном человеке. И проявляют себя они в зависимости от того, кто на данный момент стоит перед Скорпионом. Ох, эти Скорпионы, но какими же они будут мужьями и семьянинами? В семье это муж-тиран. Есть два мнения, неправильное и его. Так вот, жене с неправильным мнением он мигом подарит путевку, благоустроенную по последнему слову техники, преисподнюю. А жене с правильным мнением он устроит прижизненный рай. А вот вам и лайфхак. Правильное мнение на самом деле не обязательно иметь, а главное, достаточно вдохновенно высказывать. Все остальное тоже нужно делать вдохновенно, включая исполнение супружеского долга, варку борща и поддерживание порядка в доме, порядка в жизни и в душе Скорпиона, потому что у него там творится беспорядок. Ну вот, немного стало понятно, какой такой муж-скорпион. Но не забывайте, бывают исключения. Понравилось видео? Хочешь еще? Подписывайся на канал и ставь лайк. Пока-пока!